выбирать их в этом аспекте. Мы возьмем ученого, скажем, нет, твое изобретение не полезное, давай не будем тратить на него время. И таким образом, блин, ну я же так старался, все, не буду я ничего больше делать. Зачем просто ограничивать эту креативность и вообще желание что-то изобретать? Мы сможем таким образом направить в то русло, что да, ну пожалуйста, исправь это изобретение, и что-то лучшее, думаю, может с этого получиться. То есть мы наоборот раскрываем возможности. Также эти изобретения, казалось бы, для начала неинтересные и вообще не про.